На прилавках игрушки, украшения, поделки из дерева и многое другое. Все это ручная работа. Изделия представили умельцы и умелицы из городского округа. Люди доброжелательно реагируют, просят нас еще приходить, устраивать такие мероприятия. 2 раза в год мы делали, и постоянно летом. Надеюсь, что и на следующее лето, почаще, потому что вот прям у людей запрос на это, особенно вот от людей левого берега, от микрорайона. Ярмарка в парке «Экоберег» – это не только прилавки с товарами. Для всех желающих здесь организовали мастер-классы. Пока на одной площадке танцуют, на другой рисуют на воде. Делаем вот такие брызги. Сначала кажется, что ничего не происходит, но на самом деле красочка уже расходится. Впрочем, интересно на ярмарках не только детям. Творческий базар с удовольствием посещают и взрослые. Нина Липанова, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.